Первый раз в первый класс. В этом году пошла Полина Рычкова. Ученица 1 А внимательно слушает педагога, который объясняет, как рисовать котенка, и старательно делает штрихи цветными мелками. В школе, как в детском саду, только лучше, признается девочка. На математике мы решаем примеры, а на окружающем мире нам рассказывают про всяких животных. Чем мягче пройдет адаптационный период, тем благоприятнее сложится школьная жизнь ребенка. Так считает мама Полины. Она отмечает, что благодаря тому, что внеурочная жизнь дочери наполнена рисованием и музыкой, время пролетает незаметно. Моему ребенку очень понравилось заниматься музыкой. То, что она всегда мечтала на фортепиано научиться. И здесь очень хороший результат. С настроением хорошим всегда идет на занятия. И она научилась играть на пианино. Уже как бы все соседи наши знают. Всего в 1 А и в 1 Б учатся 54 ребенка. 12-я школа уже третий год подряд участвует в проекте «Школа полного дня» по инициативе Академии социального управления Московской области. Этот проект позволяет детям и нам, учителям, расширить учебное пространство, создать огромное количество дополнительных услуг образовательных. У детей заканчиваются уроки. Динамическая пауза, они выходят обязательно на прогулку. После прогулки у них обед, и после обеда первоклассники у нас идут спать. Дневной сон – это обязательное условие в первом классе. В это время в танцевальном зале идет генеральная репетиция перед международным фестивалем. Ученики 1 и 2 классов в образе снежинок танцуют под музыку Чайковского. У нас еще есть такая тематика, у нас весь класс делится на факультеты и зарабатывает кристаллы. Детки там стараются работать командами, группами, выполняют игровые моменты. Пока одни оттачивают танцевальные па, другие в спортзале играют в городки. Твердость руки, точность глаза, умение быстро оценивать ситуацию и принимать верные решения. Качества, почитаемые во все времена, и которые нужны для игры городошного спорта. Перед учениками 4-х классов стоят задачи гораздо сложнее. В рамках проекта «Орлята России» они проходят несколько треков, один из которых – волонтерство. Я плетую сетку, типа травы там, танки всякие укрывать. Техника плетения маскировочной сети несложная, но трудоемкая, объясняет Максим Куприн. Гораздо сложнее написать письмо на фронт совершенно незнакомым бойцам. Подбирать нужные слова научилась Агния Аксенова. Дорогой солдат, спасибо, что ты стараешься за нас. Спасибо, что ты воюешь за нас. Спасибо. Чистый и неподдельный патриотизм. То, чего не отнять у современных школьников, считает учитель начальных классов Нина Левина. Они всегда спрашивают, а дошли ли наши письма до солдат? Мы очень часто показываем им ответы, видеоответы наших солдат, и они очень радуются, что смогли скрасить жизнь наших военных. После уроков восьмиклассницы надели специальные шапочки, фартуки и перчатки. Сбор сухого супа требует чистоты на всех стадиях. В пакеты фасуют одноразовые порции сухих супов, после чего необходимо запаять пакет в вакууматоре. Покажи, как это делается. Мы берем пакетик, берем вакууматор, ставим его ребристой частью вниз, закрываем на обе и нажимаем на кнопочку. По словам Карины Меркуловой, за одно занятие каждая девочка может приготовить 60 пакетиков с сухим супом. Так, день за днем, проходит школьная жизнь учеников 12-й школы. Здесь с 8 утра и до 6 вечера они усваивают не только основную программу, но и получают уроки жизни.